В заключительном этапе конкурса участвовали победители заочного этапа, в котором соревновались 20 городских и 35 сельских школ. Это победители муниципальных туров из 40 субъектов края. В итоге в финальном поединке в Сочи участвовали 20 школ. В число лучших попали и сочинские. На суд жюри они представили настоящие кулинарные шедевры. Главные хозяева столовых, повара по условиям конкурса готовили вкусные блюда из представленного набора продуктов. Одно из условий – пища должна получиться не только аппетитной, но и полезной. В первый день прошел конкурс выпечки. Перед нами стоит задача не только один раз ребят накормить полноценным качественным питанием, но и организовать вкусные правильные обеды в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов. За последние 3 года школьные столовые края полностью переоснастили. Модернизация коснулась и сельских учебных заведений. Как рассказывают директора школ, теперь в столовую за здоровым питанием дети идут охотно. Вообще-то готовят 86 наименований блюд наша столовая с разнообразнейшим выбором блюд. У нас для детей организован шведский стол по-кубански. Салат-бар, коктейль-бар. Ну, то, что нравится детям современным. Победителей конкурса назовут 7 ноября.